Автоальянс на рынке уже более 20 лет. Это один из крупнейших операторов рынка запчастей в России. Глава городского округа Владимир Волков с рабочим визитом посетил логистический центр в поселке Машково. Компания активно пополняет ассортимент для легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также автохимии различных автомобильных товаров и инструментов. Автопарк компании насчитывает 92 единицы техники для оперативной доставки по Москве, Московской области и другим городам. Мы специализируемся в основном на автозапчастях, грузовых, сельхозтехнике. Отгружаем ее как оптовым клиентам, так и в розничные магазины компании. У нас есть клиенты и в регионах, есть клиенты как в Новосибирске, в Уфе. В принципе, по всей России. Компания работает по прямым контрактам от крупных производителей КАМАЗ и Урал. Деятельность сосредоточена на комплексном снабжении автопарков запасными частями, товарами и услугами. В дополнение работает несколько выездных бригад для проведения диагностики, планового ТО и гарантийного ремонта техники. В данный момент строится второй терминал площадью 25 тысяч квадратных метров. Компания достаточно крупная и по оборотам, и самое главное, по человеческому ресурсу. Компания работает только на нашей территории здесь порядка 500 человек. После ввода нового корпуса нужны новые сотрудники, новые специалисты. В составе «Автоальянса» три крупных отечественных производителя техники и более 10 брендов навесного и прицепного оборудования. Для компании нет региональных преград, а регулярные поставки на экспорт расширяют возможности сотрудничества по всему миру. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.